Друзья, вы проголосовали за то, чтобы узнать о нашей системе водоподготовки. Я вам вкратце напомню, что у нас есть большой бассейн, 4 дорожки по 25 метров, детский бассейн, 2 гидромассажных чаши джакузи и 1 гидромассажный бассейн. Это все, что касается нахождения чаш, где мы купаемся, где мы отдыхаем. А сейчас мы с вами отправимся в то помещение, где непосредственно и происходит подготовка воды для наполнения чаш наших бассейнов. Сейчас мы находимся в сердце нашей водной зоны. Самый главный атрибут – это вот эта станция дозация. Это самый главный прибор в этом помещении. По нему мы можем видеть и регулировать уровень хлорсодержащих реагентов. Но хочу заметить, что эта станция работает в автоматическом режиме. И практически участие человека здесь исключается. Мы являемся только контролерами и наблюдателями. Техника надежная, зарубежная, работает как часы. Вода, которая поступает в чаши наших бассейнов, проходит многоступенчатую очистку. На начальном этапе вода попадает в переливные емкости. Каждая чаша бассейна своя переливная емкость. Раз в неделю мы проводим чистку этих переливных емкостей по графику, залезаем, вычищаем и запускаем заново новую чистую свежую воду. Вот за мной находятся фильтры грубой очистки, механической очистки, в которых находится кварцевый песок. Это основная первая ступень очистки воды, которая идет в бассейн. Вода в большом бассейне успевает полностью смениться в промежутке за 6 часов. После прохождения фильтров грубой очистки вода попадает в бассейн. И вот здесь вот самый главный этап этой станции. Станция автоматически делает срез, анализ качества воды и определяет ее характеристики. Если нужен подмес химреагентов, она с помощью установленной программы делает подмес этих химреагентов, доводя их до нужного уровня. То есть эта станция автоматическая и не требует участия человека. Регулируется подача хлора, это основной наш химреагент, и pH. То есть вот эти два показателя, которые она регулирует согласно нормам Санпина. Также необходимо заметить, что у нас комбинированная система очистка, и кроме использования химреагентов, таких как хлор, у нас еще используются ультрафиолетовые лампы. Вода проходит через ультрафиолетовые лампы перед поступлением в основную чашу бассейна. Каждый бассейн в нашей водной зоне, это включая большой детский бассейн, гидромассажный бассейн и 2 чаши гидромассажных джакузи, они имеют свою систему очистки. То есть это не одна большая централизованная система, которая распределяет потоки на все чаши, а у каждой чаши бассейна, это включая детские гидромассажные джакузи, есть своя станция дозации, свои химреагенты, своя лампа ультрафиолетовая, и каждый проходит свой цикл очистки. Дополнительной мерой контроля качества воды мы используем электрический фотометр. Каждые 4 часа сотрудники нашей технической службы проверяют анализ воды по этому прибору согласно производственному контролю. Все результаты, которые мы получаем при регулярной проверке воды, мы заносим в журнал контроля. Поэтому, друзья, посещая нашу водную зону, вы можете быть уверены в своей безопасности. Друзья, ждем вас в клубах нашей сети. Приходите, отдыхайте, будем рады вас видеть.